Здравствуйте. С нами рядом Ксения Кларк. Она участница и номинантка прошлых конкурсов Xbox. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Я, насколько понимаю, у вас еще есть статья в журнале о вас. Вкратце расскажите, что там. Все правильно. Я 2 раза участвовала в конкурсе красоты Xbox Business. Первый раз я заняла 3-е место, второй раз 2-е место. Сегодня вот я в короне первый вице-мисс. И журнал Xbox Business написал про меня статью, где можно более подробно узнать о том, чем я занимаюсь в жизни, о моих планах, о том, чем я живу и какие у меня вообще мысли. Вот. На самом деле конкурс красоты, я всегда говорила и буду это повторять, это потрясающее событие для каждой девушки. Это раскрывает женственность, это дает невероятный такой глоток уверенности, и это важно. Это важно для каждой девушки. Ощутить до и после, советую многим. Сегодня были вы в качестве жюри или вы просто пришли поболеть? Да, я была в качестве жюри. А что, отличало ваш конкурс от сегодняшнего конкурса? Практически ничего. Как раз-таки первый конкурс состоялся здесь, в этом заведении. И когда девушки стояли уже на номинациях, на награждениях, я прям чувствовала эти эмоции. Я буквально прям была с ними, за руку их держала, и я понимала, что чувствует каждая из них. Особенно, когда осталось 3 участницы и выбирали первые 3 места. Особенно, мне кажется, да. Первое, второе место особенно волнуется. Да, да. Будете ли в следующем году участвовать, либо уже будете опять членом жюри? Конечно, это такая интересная история, принять участие 3-й раз. Очень хочется получить главную корону. Но для этого, конечно, нужно подготовиться. Удачи тогда вам в следующем году. Спасибо.